И опять ель четырехлетняя. Сегодня опять рассмотрим выкопку и рассмотрим, какая она, что она из себя представляет и какая она уходит на посылки. Ель четырехлетняя, которая уходит у нас на отправку. По грунту вы видите, земля чернозем обычный. Сверху хвойный опад замульчирован. Вот потихоньку вытаскиваем ее, и вот у нас четырехлетка, и вот у нас четырехлетка, и вот у нас четырехлетка. Вот корневая ее нормальная. По цвету можете видеть, какая она, голубая, не голубая, она у нас вся голубая. Вот самую маленькую берем и меряем от первого 15 сантиметров. На сайте заявлено 15 сантиметров. Это чуть больше. Так если мерить, ну где-то есть 15 сантиметров. Ну она еще заглублена у нас. Вот ель четырехлетняя. Вот она, корни в мокром состоянии, она может находиться так долго. Но мы сегодня вот утром выкапываем, вот на посылке мы выкопали. Вот. Сразу в пакет, потом пойдет гидрогель, потом пойдет все это землей и запаковывается, и хороший. Так, это идет на посылке у нас. Дальше мы. Еще что хочу сказать. Можно видеть тут. Смотрите, даже у маленькой столько почек. На следующий год она очень хорошо пойдет. Очень много почек, поэтому это ель четырехлетняя. Я знаю, что я ее выращивал 4 года. Итак, к вам пришла ель. Ну, вам надо будет сделать грядку вот такую небольшую. Вы берете и рассаживаете ее. Вот так вот. Раз, через каждые сантиметров 15. И будет нормально. Вот, все. Опять про полив. Полив поливаете каждый день. Поливаете, как только посадили. 3 дня заливаете очень хорошо. Затем берете корневины и даете корневину. День не поливаете, даете корневину поработать. Корневин поработал, потом... Поливаем до морозов. С весны поливаем, как морозы всходят, сойдут, как земля оттает. Вот так рассаживайте, и она будет у вас прекрасная пятилетка. Сибирь, Дальний Восток, кто хочет, пожалуйста, на весну мы принимаем заказы. И заметьте, пожалуйста, вот даже ряд посмотреть, если на наш ряд, у нас пропаданий нет. Отпада вообще нету, потому что она растет прекрасно и бодро. Если вы вот обратите внимание, ну нету у нас, ну у нас нету проплешин, нету ничего, ни желтой ее, никакой. А она вся нормальная ель колючая, которая в следующем году будет довольно прекрасным, хорошим деревом. Ссылка на ель будет в описании. Подписывайтесь на канал, следите за нашими новостями.